Самое главное на свете. Даже не ля минор, а электричество. Так решил однажды Крутов Егор. В жизни он не на виду, но ваше величество, по части электричества, все зовут его. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло. Но он придет и вкрутит, чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло. Живет он в нашем доме, дом наш характеризуется как неблагополучный хулиган, да хмыри, но появляется Егор. Егор электризуется, и хулиганом вызывают скорое 03. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло. Но он придет и вкрутит, чего надо, кому надо, и в мире жить становится светло. Жена его известна, она актриса тюза. С режиссером они ищут, как явить страстей накал. Но появляется Егор, Егор электризуется, и режиссер находит то, чего искал он, режиссер. Однако без разряда, оно, конечно, из престижных ремесло. Но чем не надо делать как надо, лучше надо, глядишь, оно и жить становится светло. Да он и сам бы им сыграл в любви, позоре, славе. Он отстрадал бы за народ, слов громких не боюсь. Но пьесы нет у них такой, а то говно, что ставят, сплошной какой-то модернизм. Пардон, что матерюсь. Он выручал меня не раз, бывает, что тычешься о стену лбом, а там тупик, а там ничего нет, но он найдет слова в них. Такое электричество, что било меня током, и открывался свет. А если по тебе катком пройдет цивилизация, искусство, просвещение, Минфин, Верховный суд, ты помни, есть в тебе душа. А в ней сигнализация, электрика не звали, электрик тут как тут. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло. Но он придет и вкрутит, чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло. Троллейбусами едешь ли ты, едешь электричками, повсюду напряжение, и сколько раз несчасть бывает, вспомнишь про Егора, видно что-то необычное, возможно, электричество особое в нем есть. Он не герой и не мессия, он реализуется в несложной схеме к жизни, душою прикипев, он просто в жизни появляется, и жизнь поляризуется, и песня эта пишется, и в песне есть припев. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло. Но он придет и вкрутит, чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло.